Так, Тимур, ты уже на каком матче? На сколько их было? На четвертом, да? Ну, карак я пробую первый раз. Я тебе посоветовал, давай. Оценка. Это местный чай, карак. Ну, такое ощущение, что две чайных ложки каких-то специй кинули в чай с молоком. Правильно? Ну, приятно. Ну, да, может быть, дальше пойдет. Так, пожалуйста, худок можно продегустировать? Сколько он стоил? Я не посмотрел даже. Ты я сейчас готов, да, на цены? Я готов все съесть за любую цену, потому что сколько последний раз я только завтракал. А сейчас уже 10 вечера. Он горячий. Ого. Он горячий и маленький, и, наверное, невкусный. Но сейчас мне тоже уже... С едой пока беда, нет? Ну, к сожалению, да. Беда с тем, что... Что происходит там? Все нормально, все нормально. Я сегодня уехал с матча Англия-Иран после гола Рашфорда. Угу. Когда 5-1 стало, я подумал, ну все, Англия уж точно больше не забьет. И, наверное, больше не пропустит. Да и время было добавлено, было большое. Я торопился. Видишь, я как просчитался. Еще два гола забили. Надо пробовать. А кетчуп не выдают? Может, тут? Нет. Но он пустой. Ешь сухомятку. Ты понял. А, нет, там есть немножко кетчуп. Почему твою сосиску уже откусил кто-то? Это кадрский вариант. Нехорошо снимать, когда люди едят. Нет, нормально. Но это Тимур. Это фудблог. Ну. Ну вот ты реально. Очень голодный. И оценка. Я лучше еще чай возьму. Не очень? Совсем не очень. Мясная хоть сосиска? Знаешь что? Ну. Этот хот-дог не спасло бы даже пиво.